Йоу, чё твори, бро, меня зовут Сергей Онис, и мы, кажется, в прямом эфире Supreme Банда. Окей, я специально решил сегодня запустить это в 3 часа ночи, чтобы записать то, как мы будем призывать пиковую даму. Чёрт, я реально впервые в прямом эфире, банда, для меня это непривычно видеть, это мой первый прямой эфир. Окей, Supreme Банда, также сегодня со мной видео снимается Настя. Привет! Да, прямая трансляция, точнее, не видео, просто привык говорить. Окей, Supreme Банда, вам не послышалось, я реально сегодня в 3 часа ночи попробую призвать пиковую даму. Кто бы подумал, Supreme Банда. Окей, как мы знаем, пиковая дама самая кровожадная, там какая-то женщина, которая просто может вас запросто убить. Всего-то лишь вам нужно ее призвать, и все, вам конец. И мы сегодня Supreme Банда это делаем. Кто мог подумать, это Supreme Банда? Окей, у нас здесь все здесь для того, чтобы призвать пиковую даму. Как вы видите, йоу, всем привет. У нас здесь специальный саундбокс, как видите, да. Это для того, чтобы было хотя бы немного светлее. Окей, еще у нас здесь помада Настина украл специально, так-то, да. Чтобы нарисовать лестницу и то, как идет человечек. В принципе, все для призыва того, что нужно. Окей, также еще у нас здесь спички и свечи, которые нам тоже нужны для призыва Supreme Банда. Кто мог подумать? Окей, здесь 6 свечей, из них будем использовать только 3, потому что здесь вместится только 3 свечи. Окей, Supreme Банда, в принципе, все готово для того, чтобы призывать пиковую даму. Черт, мне прям это не верится. Мы реально сейчас будем призывать пиковую даму, банда. Эй, Настя, где ты? Что скажешь обо всем этом? Страшно. О, да, я с тобой согласен. С учетом того, что ты очень сильно боишься пиковую даму, тебе, наверное, это еще страшнее, чем мне, да? Да, я в это все верю. О, да. Когда мы снимаем обычное видео, она просто дрожит, банда, чтобы вы понимали. А мы сейчас в прямом эфире, Supreme Банда. Так, что ж, я переключаю камеру. Так. Окей, Supreme Банда, я включил фронтальную камеру, чтобы видеть себя. Чтобы видеть, как я выгляжу, надеюсь, нормальная банда. В принципе, можете написать в комментариях, как я выгляжу. Ой, черт, банда, кажется, у нас одна проблемка. Я не вижу ваши комментарии, почему-то мне не показываются ваши комментарии. И как это настроить вообще? Черт, Supreme Банда, я не вижу ваши комментарии, простите, я бы с удовольствием почитал, что вы пишете сейчас в прямом эфире, но я не могу это увидеть. Хотя, знаете, банда, знаете, давайте что сделаем. Вы все-таки пишите комментарии, там какие-то чатики, пишите что-то в чатике, а я тогда при записи, когда уже все будет записано, я посмотрю, что вы писали в определенных моментах. Окей, Supreme Банда, в принципе, самое время призвать пиковую даму, потому что на часах уже 3 часа ночи. Мы специально запустились 3 часа ночи, чтобы призвать пиковую даму. И как видите, банда, я не ору, как обычно, потому что все-таки нужно тише разговаривать 3 часа ночи. Окей, что ж, Настя, тебе нужно взять камеру, чтобы ты смогла меня снимать. Так, погоди, сейчас давай я с фронтальной переключу. Окей, Настя, на, вот, держи, я переключил фронтальную камеру. Что, Supreme Банда? Окей, мы на месте. Мы специально все уже делаем заранее в ванной. Как видите, мы уже отсюда начали нашу трансляцию. И теперь, банда, нам вот этой вот помадой, обычно Настиной старой помадой, если что, нам нужно вот здесь вот нарисовать лестницу, как идет человечек, чтобы призвать пиковую даму, а потом еще расставить свечи, 3 свечи вот здесь, и также их поджечь, банда. Ох, банда, думаю, будет все очень выглядеть мистически. Тем не менее, банда, пришло время уже проводить наш ритуал. Черт, если бы вы знали, как же я волнуюсь. Это просто жесть, да еще и в эфире, потому что если что-то сейчас пойдет не так, мне просто будут какие-то неприятности. Окей, Supreme Банда, я рисую лестницу. Настя, тебе лучше подойти немного ближе, чтобы показать ребятам. Окей, Supreme Банда, смотрите, я рисую лестницу. Черт, только посмотрите, это реально выглядит мистически. Надеюсь, Настя меня потом не убьет за то, что я использовал ей помаду. Окей, банда, теперь нужно нарисовать человечка. Как-то вот так. В принципе, я думаю, похоже, банда. Напишите, кого вам напоминает этот человечек. Мне, если честно, он напоминает какого-то блогера. Не будем говорить о каком. Окей, Supreme Банда, принципе, помада нам больше не понадобится. Теперь нужно взять свечи. О, да, банда. Вы бы знали, какая история с этими свечами. Мы не раньше их использовали, но не эти, это все равно новые, посмотрите. Их даже никогда еще не поджигали. Мы уже раньше покупали свечи этой фирмы, очень хорошие, кстати. Черт, как же трудно вести эфир, вы бы знали, банда, нужно постоянно с чем-то говорить, что-то рассказывать, чтобы зрителю не стало, чтобы зрителю не стало скучно. Черт, немного запнулся. Надеюсь, вы меня простите, Supreme Банда. Напишите в чате, вы меня простите за то, что я могу запнуться. У меня такое бывает, банда. Я очень часто могу запнуться. Из-за того, что мой родной язык это украинский. Я думаю, вы знаете об этом. Как же я много говорю, Настя, да? Да. Черт, да просто жесть, да еще свечами что-то не так. Они почему-то не встают. Это уже мистический, банда. Почему свечи не могут встать? Так, ну же, давай, хоть ты встань. О, есть, банда, победа! Черт, я бы не сказал, что это хорошо было. Мне кажется, что... Это уже какая-то мистика. Окей, Supreme Банда, так. Я взял свечу и... Черт, банда, она немного треснула, посмотрите. Незапланированная ошибка. У нас треснула одна свеча, теперь у нас всего лишь 5 свечей, банда. Уже не 6, а всего лишь 5. Черт, это просто жесть. Окей, эту я ставлю куда-то сюда. Да лежишь ты. Что ж, Supreme Банда, у нас теперь 5 свечей есть. Нам нужно использовать 3. Надеюсь, она сейчас станет. Пожалуйста, я тебя умоляю, ну встань же ты. А, черт, она реально становится. Банда, вы это видите? Возможно, это уже проделки какой-то пиковой дамы. Так, фух, пусть стоит пока что. Мне страшно, что она сейчас опять упадет и опять разобьется, как та свеча. Давай, ну уже вставай, пожалуйста, я тебя прошу.
Господи, нужно, наверное, было сделать какие-то наконечники для них, чтобы они стояли из фольги. Черт, Supreme Bond, мне это не нравится, что свечи не могут встать. О, нет. О, давай же, встань. О, есть банда! Две свечи уже слит, осталась всего лишь одна. Фух, черт, банда, дополнительный момент. Окей. Так, ну постой же, где-то здесь просто ванну кину его. Окей, Supreme Banda, и мы ставим последнюю, третью свечу. Давай, пожалуйста, встань, я тебя умоляю, встань же. Ну же, давай. Черт, у нас снизу немного неровная банда. Кто мог подумать, что мы так надолго застрянем и свечами? Я думал, мы все это сделаем намного быстрее. Окей, Supreme Banda, давай. Есть, все. О, банда, просто посмотрите, как это выглядит. Три свечи стоят вокруг этого, это просто жесть, банда. Так, переключить фронталку. Окей, Supreme Banda, мы все-таки все сделали для нашего ритуала. Кто мог подумать, я все еще не вижу ваш чатик, банда, это просто жесть. Простите, что так долго воспользовались свечами, потому что у нас было не запланировано, они не могли стать. Видите, они не совсем ровная банда, у нас из-за этого были проблемы, окей. Так, все, я на месте, банда. Думал только что, что уже стрим оборвался, но все хорошо. Окей, я переключаю назад на камеру. Окей, банда, все готово. Теперь нам нужно поджечь эти свечи. На, Настя, держи камеру. Окей, Supreme Banda, реально сейчас самый волнительный момент. Или поджигутся эти свечи, потому что, как мы видим, сегодня... Да черт, сегодня реально все идет против нашего эфира, Supreme Banda. Мне кажется, пиковая дама уже сама не хочет, чтобы мы ее призывали. Мы сегодня прям какие-то неудачники. Окей, теперь мы поджигаем свечи, банда. Посмотрим, что сейчас будет. Я надеюсь, что будет сейчас просто все реально мистически. Окей, так, банда, первую свечу мы поджигаем. Черт, посмотрите. О, сразу же загорелась нить. Так, здесь тоже, в принципе, должна сразу же загореться. Это слишком большая, видите, наверное, долго будет гореть. Не знаю, у меня почему-то такая логика странная. В принципе, вроде бы все же свечи, все три свечи горят, Настя. Да. Окей, это хорошо. Что ж, теперь, в принципе, давайте подождем, пока нити дойдут. А, все, они уже дошли, банда. В принципе, мы уже можем призвать пиковую даму, черт. Окей. Фу, мне прям это не верится. Я прям волнуюсь немного, банда. Черт. Так, нужно теперь выключить свет и посмотреть, как же это выглядит в темноте, банда. Я думаю, это все будет очень страшно выглядеть. Окей, я выключаю софтбокс. Итак. О, черт! Вы просто посмотрите на это, банда! Это реально выглядит стрёмно, черт! Мы сейчас прям вызываем пиковую даму. Господи, у нас есть реальные свечи. Реально, мы все нарисовали на зеркале все, что нужно. Черт, мне от этого не по себе, банда. Окей, перед стримом мы с Настей посоветовались, тоже будет первый вызывать пиковую даму. И было решено, что это буду делать я, потом Настя, то есть я буду первый. Окей, я забираю телефон, а ты, Настя, уходишь пока что отсюда. Ну, с богом, иди. Спасибо, конечно, если это мне поможет. Окей, Настя, давай, пока. Что ж, Supreme Banda, мы с вами остались один на один, посмотрите, как эти свечи горят. Это просто жесть, они такие большие, такой большой огонь, банда. Так, переключите фронталку, давайте, я хочу посмотреть на себя. Йоу, банда, окей, я бы сейчас с удовольствием почитал, что вы пишете в чатике, но, к сожалению, не могу этого увидеть. Как видите, мы реально призываем пиковую даму в 30 ночи, чёрт, мне прям это не верится. Окей, банда, тем не менее, самое время уже призвать пиковую даму. Так, кстати, мне сейчас опять переключать камеру назад, зачем я это сделал, ладно, окей. Окей, банда, все. Теперь, чтобы призвать пиковую даму, нам нужно произнести пиковая... О, это было жестко, банда. Пиковая дама, приди три раза, нам нужно сказать, Supreme Banda. И еще крутиться, по-моему, напротив часовой стрелки. То есть вот так вот нам нужно прокручиваться, банда. Окей, тем не менее, давайте будем это делать. Фух, я прям сейчас стою перед зеркалом, мне страшно, банда. Что ж, вы готовы, Supreme Banda? Потому что мне немного страшновато. Эй, Настя, ты там? Да. О, все, Настя там есть за дверью. Отлично, банда, что ж. В принципе, если что, у меня есть поддержка, Supreme Banda, окей? Фух, это просто жесть, банда. Окей, давайте будем это уже делать. Так, на счет 3 начинается призывать. Ля-ля-ля, я уже заикаюсь, банда, мне реально страшно. Окей, банда, на счет 3 начинает призывать пиковую даму. Раз, два, три. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. О, банда. Кажется, я уже все сделал. По идее, теперь уже скоро должна прийти пиковая дама, черт. Вы посмотрите, как просто разносит эта свеча. Это же просто жесть, Supreme Banda. Окей, фух. Пока что ничего не происходит, банда. Нигде ничего нету. Господи, это просто жесть, банда. Мне реально уже этого не по себе, черт. Что если сейчас реально сюда придет пиковая дама? О, господи, это просто жесть, банда. Свечи пока что просто горят, черт. Я уже реально волнуюсь. О, мне реально показалось, что я слышал какой-то звук. Черт, меня прям всего уже немного подтрушивает, банда, видите? О, господи, это просто жесть. Окей, смотрим, пока что ничего не происходит. Я пока что ничего не вижу, банда. В принципе, свечи у нас горят, все хорошо, но ничего пока что не происходит. Черт, это просто жесть, банда. Ох, ладно, давайте пока что переключим. Окей, банда, я снова здесь. Так, в принципе, ничего мистического пока что не происходит, да это очень страшно. Потому что мне кажется, что уже что-то должно было быть, банда, это просто жесть. Вы все-таки призвали пиковую даму. Хотя, может быть, пиковая дама на самом деле не существует. Черт, вы это слышали, банда? Господи, где-то одна сломанная свеча.
Не, уже что-то это совсем не смешно, банда. Это просто жесть. Вы это слышали? Ну, давай быстрее, ты грёбаная свечка. Там что-то стучало. Настя! Настя! Настя, это ты? Настя, если это ты, то это не смешно! Настя! Настя! Так. Настя, ты здесь? Настя, ты где? Эй, Настя, это не смешно! Черт! Эй, здесь кто-нибудь есть? Господи, Бада, что вообще, черт возьми? О, черт, она только чуть ли не потухла. Черт, что вообще возьми происходит? Господи, мне уже от этого не по себе. Окей, Насти где-то нету, банды, это очень страшно, еще были какие-то стуки. О, черт. Господи, ладно, окей, давайте вернемся назад, супрембанда. Ух. Это просто жесть, банда, вы это слышали? Там реально были какие-то стуки, я надеюсь, вы слышали, банда. Черт, ладно. Да еще и Насти где-то нету, супрембанда, это просто жесть. Да лежи ты, гребаная свеча. Окей, банда, это просто жесть, я реально не знаю, что тебе... Эй? Там кто-то был? Черт, банда. Я не знаю, ли можно включить свет, но... Блин, это просто жесть. Мне реально уже страшно. Давайте все-таки, наверное, включим свет, банда. Эй, Настя, это ты? Настя! Настя, пожалуйста, если ты, это уже не смешно. Окей, я просто закроюсь, банда. Черт, это просто жесть. Господи, что вообще происходит? Вы это видели, супрембанда? Там реально кто-то стучал. А, черт! Супрембанда! Господи, где? Черт, банда! Свечи потухли, вы это видели? Господи! О, черт, банда, вы это видели? Настя! Настя, ты где? А, черт! Настя, быстрее иди сюда! Настя, ты где? Настя! О, черт, ты меня испугала! Быстрее, это ты стучала в двери? Нет. Ты слышала, что кто-то стучал в двери? Нет. В смысле? Супрембанда, мы же вместе с вами слышали, что кто-то стучал в двери. Настя, здесь свечи потухли. Я ничего не делал, тебе клянусь. Они сами потухли. Супрембанда, вы это видели только что. О, черт, Настя. Господи, похоже, пеку в дома здесь. Черт, это просто жесть. Знаешь что, Настя, нет, с меня хватит. Я умываю руки. Теперь твоя очередь призвать пековую даму. Сложно. Я верю, так, стой. Так, окей, банда, я на месте. Давайте включим свой бок, чтобы свет был немного лучше. О, в принципе, думаю, так, банда, будет намного лучше. Что ж, этот можно выключить. Что, супрембанда, вы видели это? У нас, похоже, реально получилось призвать пиковую даму, точнее, у меня. А сейчас очередь Насти. Ну что, Настя, ты готова? Да. Я вижу, тебе немного страшновато, да? Немного, очень. Ого, да перестань, все будет хорошо. Я думаю, она сейчас не появится здесь. Окей, Настя, поджигай свечи, теперь твоя очередь. О, черт, давай, Настя, я желаю тебе удачи, только я не знаю, что еще тебе пожелать. Господи, это просто жесть. Ты готова? О, я вижу, тебя прям дрожат руки, Настя. Давай быстрее. Время идет уже, а то ребята уже там заскучают немного. Черт, это просто жесть, супрембанда, вы это видели? У нас реально чуть не получилось призвать пиковую даму. Господи, она реально потушила мне свечи. Банда, мне этого не по себе было. Мне реально было страшно, я им клянусь. Окей, Настя подожгла уже свечи. О, поставь ее назад тогда. Черт, это просто жесть. Мы реально призываем пиковую даму, господи. О, что, в принципе, все, готово? Да. Тогда можно выключать свет, так я пойду сейчас здесь сначала выключу. Опа, банда, так, теперь как видите, саундбокс светит, все хорошо. Ну что ж, Настя, я выключаю саундбокс, а ты будешь призывать пиковую даму. Ты готова? Да. Ты же помнишь, какой там ритуал? Нужно крутиться против часовой стрелки и говорить, да, три раза, и говорить, пиковая дама, приди. Хорошо. Ну что ж, я в тебя верю. Спасибо. Окей, так, я выключаю тогда здесь. Ох, ну что, Настя, ты готова? Да. О, черт, реально мистически выглядит, ты это видишь? Да. Черт, супрембанда, это просто жесть. Окей, Настя, тогда что, я даю тебе камеру, и ты продолжаешь вызывать пиковую даму. Хорошо. Не волнуйся, все будет хорошо. Я буду за тебя в соседней комнате, хорошо? Хорошо. Окей, супрембанда, встречу с вами через секунду, наверное, если я стану жив. Иди уже. Окей, банда, не скучайте. Думаю, она будет скучным стримером. Так, очень страшно, но нужно это сделать быстрее и закончить. Все, так, пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Так, ну и что? Сережа! Сереж! Сережа! Что? Она была здесь. В смысле она здесь была? О чем ты вообще? Она такая, черные волосы. Успокойся, расскажи просто, что случилось. Господи, успокойся, скажи, что было. О, господи, очень страшно, на таком белом платье, черные волосы. Ты где? Где она была? Ты мне скажи. Здесь. Я где? Здесь. Увидела.
Черт, в зеркале! О, господи, это просто жесть! Она реально к тебе пришла? Да! О, черт! Это реально не шутки, Настя, о, господи! Я серьезно! О, черт, это просто жесть, Суприм Банд! Черт, банда! Ох, мне кажется, опять послышалось. Нам нужно прекратить ритуал. Что, в смысле, мы только начали, Настя? Нет, погоди, что ты делаешь? Ой. Черт, мы только начали ритуал, Настя, какой прекращать? Мы нет, только увидели. Страшно, в смысле, нам нужно продолжить ритуал, Настя, это уже не смешно. Ну, пожалуйста. В смысле, пожалуйста, мы только начали, Суприм Банд, напишите в чате, вы же не хотите, чтобы мы прекращали ритуал. Господи, это просто жесть, банда. Если верить тому, что ты говоришь, то это просто жесть, Настя. Я уже увидела, и мне хватит, пожалуйста, Серёж. Чёрт, я верю, она реально здесь, банда, кто мог подумать? Пиковая дама всё-таки пришла к нам, чёрт. Мы всё-таки не безразличны. Господи, это просто жесть, Мирия, нужно что-то слышаться, Суприм Банда. Окей, Настя, ты точно веришь, что мы должны прекратить ритуал? Да, я уверена, Серёж, пожалуйста. Чёрт, я не хочу его прекращать, мы только начали это делать, Суприм Банда. Я думаю, банда тоже не хочет, чтобы мы прекращали это... Я уже сам волнуюсь, видишь? Вижу. Я твоя банда сама не хочет, чтобы мы прекращали ритуал. Суприм Банда, я же говорю правду, вы же не хотите, чтобы мы прекращали ритуал. Я уверен, что они сейчас пишут в чатике, что не хотят. Настя, тебе нужно снова это сделать. Она... А тебе не страшно? Мне нет, она все-таки пришла к тебе. Значит, тебе нужно опять повторить этот ритуал. Понимаешь это? Понимаю. Потому что ко мне он уже так не приходит. Получается, тебе нужно повторить ритуал. О, господи, это просто жесть, Суприм Банда, мне в это не верится. Окей, Настя, ты психанула, ну давай нужно все же опять поджечь свечи. И снова призвать пиковую даму. Так, а я пока что включу здесь. Господи, это просто жесть, Суприм Банда. Мне прям в это не верится. Стоит? Нет. Давай, может быть, я тебе помогу. Господи, если верить тому, что ты говоришь, что пиковая дама реально к тебе пришла, то, господи, это реально перевернет весь мир, банда, потому что мы в прямом эфире знали настоящую пиковую даму. Черт, мне прям в это не верится. Где ты говоришь, она стояла? Вот здесь. Серьезно, прям да. В проходе? Получается, что она... Погоди, но как она могла быть там? Если я стоял там за дверку, я тебя слышал, как ты кричишь. Как она могла здесь оказаться? Она бы тоже никак не прошла меня. Черт, это просто жесть, Суприм Банда. Мне прям в это все не верится. О, черт, она реально падает. С этими свечами, банда, настоящая беда. Так, сейчас я переверну назад камеру, чтобы показать Настю вам. Так, окей, банда, я на месте. В принципе, все хорошо. Так, свечка. Ага. О, банда есть, одна свеча стоит. Так, вторая. Окей, Настя реально психанула. Не знаю, зачем она все это сделала. Черт, это просто жесть. Окей, банда, в принципе, свечи стоят. Что ж, смотрите. Окей, Суприм Банда, я поставил свечи. Посмотрите, все три свечи стоят на месте. Настя, тебе нужно снова ее призвать. Я верю, тебе этого не хочется, но у нас просто нету выбора. О, черт, мы реально сняли пиковую даму? Да. Ты реально ее увидела, господи? Да. Мне прям реально уже самому интересно, как же выглядит эта пиковая дама. Вдуматься только в это, банда. Мы сняли прямо в эфире реальную пиковую даму. Черт! Окей, Настя, ты поджигаешь свечи, да? Да, но очень не хочется. Я верю тебе, Настя, но нужно потерпеть, нужно все же это сделать. Ты говоришь, что она стояла здесь, господи, это просто жесть. О, черт. Ну что, Настя, ты готова? Да. Окей, я выключаю здесь этот свет и выключаю саундбокс. Настя, я не знаю, в принципе, если она сейчас опять к тебе придет, это будет жестко. О, черт, банда, это реально выглядит стрёмно. Мы нарисовали помадой эту лестницу, господи. Фух, я уже заикаюсь, просто, чтобы вы понимали, насколько мне страшно. Черт, окей, Настя, ну что, ты готова это делать? Нет. Нужно это сделать, что же, я даю тебе камеру, так? Ты помнишь, нужно призвать пиковую даму. Окей, ну все, удачи тебе. Надеюсь, она сейчас опять придумает как-то сводить, банда. Окей, Настя, давай. Очень страшно и очень не хочется. Так, пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Фу, вроде бы ничего. Как там дела, Настя? А, ты меня испугал. О, прости. Черт, ну что тут? Я слышал, ты призвала уже пиковую даму, пока что ничего не происходит, да? Я думаю, пока что можем быть здесь вдвоем, не думая, что она может как-то агриться на нас двоих, банда. О, черт, это просто жесть. Ну как, что-то слышно там? Да, вроде бы что-то было. Что-то было? Я не слышал просто... О, черт, ребята! Может, послышалось? Я надеюсь, что послышалось. Эй, пиковая дама? Это не смешно. Господи, где она вообще? Черт, Суприм Банда. Где? Что? Меня ничего просто не видно в камере. Эй! Такая красная комната. О, черт, это просто жесть. Окей. Суприм Банда, я не знаю. Я реально как будто только что видел пиковую даму. Точнее, слышал. Черт! Мне реально в это все не верится. Окей, так, погоди, нужно вернуть назад камеру. Окей, банда, я все, я включил. Так, в принципе, давайте просто вернемся в ванную, банда. Настя, быстрее, иди за мной, не теряйся. О, черт, такая красная эта комната, банда, реально страшно. Настя была права. Окей, банда, что ж, мы на месте, свечи пока что горят, пиковой дамы нигде не видно. Погодите. Суприм Банда, а разве я закрывал эту шторку?
Я не помню, чтобы я закрывал. Что происходит? Ой, черт. Настя, Настя, не реви. Господи, окей, так. А-а-а, черт, банда! Чертовы банды, где свет? Господи, где она? Черт, вы видели банду? Она была только что здесь, я ее сам видел своими глазами! Черт, Настя! Господи, это просто жесть! Она реально была здесь! Нет, все, мы смываем призыв, нет! Нет, это все просто нужно закончить! Пиковая дама, уходи! Пиковая дама, уходи! Пиковая дама, уходи! Черт! Вы увидели банду! Это просто жесть! Она была реально здесь! Я двинул шторку, вы увидели банду! Господи, это реально жестко, супербанда! Черт! Господи, Настя, ты увидела! Ты увидела, ты же знала, как она выглядит, черт! Она реально сидела здесь, прям в этих мочалках! Господи, фух, это просто жесть, банда! Надеюсь, мы уже от нее избавились! Надеюсь, призыв был аннулирован! Что, что ты смотришь? Страшно! Черт, это просто жесть! Надеюсь, она уже ушла, Настя! Я тоже надеюсь! О, господи, банда! Это просто жесть, на часах все еще 3 часа ночи! Господи, да не смотри так, меня это пугает, ты это понимаешь? Черт! У меня реально паника, банда, потому что я только что сам видел! Господи, настоящая пиковая дама! О, черт! Ох, надеюсь, призыв уже смыл ее, черт! Это просто жесть, у меня просто нету других слов, у меня реально черт, черт, черт! Зачем мы все это делали, банда? Она же реально опасная! Господи, это просто жесть, супербанда! Господи, что ты скажешь? Фух. А я говорила, нужно все закончить! Ты слышала? Ним? Она только же... Она только что начала течь быстрее. Почему она течет то быстрее, то медленнее, Настя? Раньше же такого не было. О, господи. Ты просто жесть, тупи, банда, что вообще происходит? Черт! Черт! Да нет! О, господи! Кто-то выключил свет, тупи, банда! Это просто жесть, господи! О, черт! Ух, это реально жестко, банда, мне в это не верится! Кто-то просто только что выключил свет! Скорее всего, что это все было пар... Блин! Скорее всего, что это все делала пиковая дама, банда! Черт! Она не ушла! Господи, а что если она все еще здесь? Черт, Настя! Что происходит? Где включатель? Черт! Супербанда, пиковая дама все еще здесь! Настя, краник не работает, он перестал течь! Черт, банда! Что вообще, черт возьми, происходит? Пиковая дама все еще здесь, супербанда! Она все еще не ушла! Черт, Настя, что делать? Уходи. Господи, банда, нету другого смысла, уже не о чем говорить. Нужно просто собираться и уходить отсюда на всю ночь, потому что пиковая дама все еще здесь. Банда, это просто жесть. А черт, Настя, нужно просто уходить. Господи, это все просто нужно убрать, черт. Это нужно смыть, банда. Окей, быстрее, Настя, уходим. Так, свет нужно просто включить. А черт, он выключается. Да что не так, Настя, просто уходим. А черт, супербанда, выключаю поток и убегаю.